Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем обзоре мы познакомим вас со смесителем для раковины чешской компании Импреза, смеситель коллекции Ласка с артикульным номером 05040-35W. Данный смеситель имеет одно монтажное отверстие и монтируется врезным способом на умывальник. Высота данной модели 135 мм, длина излива 99 мм. Покрыт смеситель эмалевым покрытием, благодаря белому цвету на нем не видно никаких следов от капель воды. Сам корпус изделия сделан из качественного латунного сплава и имеет красивый современный дизайн. В данной модели использованы картриджи от испанского производителя Sedal размером 35 мм. Они обеспечивают бесперебойную и качественную работу смесителя. 35 в артикуле означает, что в этом смесителе используется картридж размером 35 мм. Низкий уровень шума и экономный расход воды обеспечивает аэратор от немецкого бренда NeoPearl. Под рычагом смесителя находится индикатор холодной и горячей воды. Буква W в артикуле говорит о цвете смесителя. Данная модель белого цвета, соответственно, white. Рычаг смесителя хорошо управляемый, что позволяет регулировать напор воды и выбирать нужную температуру легким движением руки. В комплект поставки входит, собственно, сам смеситель, монтажный набор, гибкие шланги подвода воды, инструкция по монтажу и гарантийный талон. На смеситель действует гарантия от производителя, ее срок составляет 5 лет. Длина гибких шлангов для подвода воды 350 мм. Заходите на наш сайт, покупайте только качественные смесители Импреза серии Ласка. Также на нашем сайте доступен данный смеситель в цветах хром, черный и матовый сатин. Коллекция смесителей Ласка, помимо моделей для умывальника, включает в себя изделия для биде, мойки и ванны. Они, так же как и во всей коллекции, сделаны в разных вариантах цвета, что позволяет наиболее органично сочетать их с интерьером комнаты. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и делитесь видео с друзьями.